Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Half-Life Alyx. Еще один аддон с ассетами из Portal. Как всегда, красивое окружение и несколько головоломок, которые не связаны с порталом. Портальная пушка здесь отсутствует, но есть кнопки, есть кубы и есть вот такие вот выезжающие панели. Водичка не очень приятная, при этом я вижу желтого оттенка пар. Да, представляю, какие здесь зловония. К счастью, пока что у нас нет оборудования, которое передавало бы запахи. А то не каждый бы выдержал. Так, ну здесь, очевидно, да, у нас просто ящик, платформа появляется. Притягивать я, надеюсь, могу, да. К счастью, мне не нужно прыгать в эту лужу. Давайте проверим физику воды. Там, кстати, что-то еще есть. Видимо, еще, да, элементы этой платформы, который там появится. Великолепная физика. Потрясающая. Так, ну по всей видимости, да, просто платформа здесь появится после того, как я нажму на кнопку. Пока все элементарно. И здесь еще одна кнопка, которая открывает дверь. Да, но с паром они симпатично сделали. Этот пар отчетливо видно. Он, скорее всего, плоский, но создается ощущение, есть иллюзия того, что он все же объемный. Здесь в Half-Life Alyx огромное количество частиц, эффектов всевозможных. И вот такие вот локации не кажутся такими пустыми, какими они были в Portal и Portal 2. Теперь у нас здесь лазер. Это, видимо, только обучение. То есть, конечно, в этих пользовательских аддонах нет каких-то гениальных продолжительных головоломок, нет какого-то сюжета. Но, тем не менее, просто уютно находиться в таком окружении. Просто здорово побывать в мире Portal. Так, а что я сделал? Я поднял платформу. У меня по-прежнему только один куб. И все, что я могу сделать, это швырнуть его сюда и лазерную операцию, лазерную коррекцию зрения себе сделать. Так, ну очевидно, нам нужен еще один куб. Все, кажется, сложные головоломки пошли. Боюсь, что я уже никогда не справлюсь. Да, я отпускаю и поднимаю платформу. А, вон там кнопка есть наверху. Может быть, она вызовет как раз дополнительный ящик, например. Нет, она просто питает дверь. Так, но мне нужен какой-то другой объект. Хоть что-нибудь. Я могу, конечно, ящик закинуть сюда. Но толку от этого никакого не будет. Я лишь активирую первую половину. А, вот еще один ящик. Я просто долблюсь в глаза. Так, отлично. В таком случае можно было этот и не притягивать. Так, ну теперь мы спускаем платформу, просто питаем это отверстие. Кстати, там за стеклом есть стульчик. Удивительно, что там нет Джимена. Такая комнатка, как в Half-Life 1. Так, ладно, но мне нужно будет как-то попасть сюда, после того, как я установлю этот куб. Так, наверное, просто друг на друга на их закинуть. Пока это самый логичный способ. Да, и, наверное, единственный. Так, теперь убегаем. Убираем этот куб. И автоматически лазер переходит на второй, который расположен ниже. Все замечательно. И попадаем в лифт. Возможно, это конец этого аддона, но здесь вроде как две части, по-моему. Кто-то лифт сломал, хотел сказать. Детишки прыгали, но нет, лифт все еще рабочий. Ни хрена, как он быстро спускается. Даже не по себе как-то становится. Естественно, в плоской версии Portal этого не замечаешь. Как минимум, второй уровень есть. Вторая часть. И здесь уже тот самый барьер, который не пропускает объекты.
Так, здесь у нас кнопка. Еще один мост с этим барьером. А саундтрек? Хочется слушать его вечно. Так, это куб. Откуда он падает? Сверху, прямо здесь. Отлично, я могу нажать на кнопку. Но это единственное, что мне пока остается делать. Нажать на кнопку и, наверное, попробовать использовать подъемник. Для начала возьму куб с собой на всякий случай. Исследуем эту местность. Так, здесь у нас еще одна кнопка, которая, во-первых, спускает нас и включается какой-то таймер. Затем лифт опять поднимается. Но не очень понятно, какой там смысл. Так, ящики уже оттуда достать не смогу, да? Может быть, барьер отключается? Я не заметил. Им надо просто быстро пробежать. Если для начала здесь осмотримся. Так, ну в принципе, я могу просто перенести сюда ящик беспрепятственно. А затем спуститься на лифте. Но тогда я не смогу сюда прийти самостоятельно. Да, если я прыгну, я скорее всего помру. Так что я могу бросить куб сразу на какую-нибудь кнопку. Явно не на эту, потому что это питает дверь. Они обе питают дверь. На самом деле это немного бессмысленно, наверное. Попробуем пройти здесь и осмотреться. А, ну я здесь могу, надо было сначала сюда. Я здесь могу просто заспавнить, наверное, да, где-то ящик. Причем он отражающий, но лазера я здесь не вижу. Зато вижу еще одну кнопку, которая неизвестно за что отвечает. Может быть, я все-таки там могу аккуратно спуститься, ничего себе не повредив. Отличный бросок. Нет, я даже пытался соскользнуть, спуститься, даже не дойдя до земли, помер. Короче, единственное, что я могу сделать, это попробовать закинуть вручную этот ящик, потом вернуть его с помощью кнопки. Потому что я не вижу здесь способа отключить барьер. Но броски мои не очень. Но я, конечно, стараюсь. О, кстати, неплохо получилось. Теперь мы просто возвращаемся назад, забираем этот куб, кидаем его туда, а сюда устанавливаем... Соответственно, тот. Можно, кстати, наверняка с использованием телепорта можно успеть просто подняться на лифте. Но смысла в этом немного. Тихо-тихо-тихо! Сейчас отлетит обратно на кнопку. Фух. Все нормально. Ящик жив. Так, ну теперь мы просто закидываем сюда один куб. Этот берем с собой, проходим через барьер, затем респавним его. Других соображений нет. Как-то мелодия резко поменялась. Какое-то тикание, я подумал, может быть, это связано с отключением барьера. Но, видимо, нет. Ну вот и пройдена очередная головоломка. Прям мне на голову. Было бы обидно, если бы он отскочил, прилетел куда-нибудь туда. Так, прекрасно. Продолжаем. Так, но это еще не все. Следующая головоломка тоже с лазерами. Здесь опять подъемник. Тут уже никак удачно нельзя расположить. А нет, можно. Через стекло. Так, ну предположим, мы что-то запитали. Поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх, и выясняется, что мы запитали подъем наверх.
дальнейшие. Здесь уже турели есть. Можем их через стекло уничтожить. И затем нам нужно запитать еще два места для того, чтобы разблокировать дверь. Да, кнопка и лазер. У нас два куба, по сути, если мы сможем достать тот нижний. Так, ладно. Давайте сначала, наверное, уничтожим турели. Там еще один третий куб. Так, ну, предположим, мы уничтожили турели. Забрали этот куб. Так, ну мне нужно, чтобы этот лазер был здесь. Можно попробовать отодвинуть ящик. Надо сдвинуть, видимо, внизу лазер. А этот направить вверх. Хотя, может, и так сработает. Да, по-моему, сработает. Должно сработать. Ну и, соответственно, я поднимаюсь наверх, убираю этот ящик. Просто лень было спускаться вниз и немного задвигать. Так, главное тот ящик притянуть. Есть, да. Нет, твою мать, чуть-чуть не хватило. Я еще и свалился, и ящик там остался. Блин, я думал, я все идеально сделал. Но может быть, после того, как я начал перетаскивать ящики, я чуть-чуть не сдвинул. Попробуем еще раз, не спускаясь вниз. Вроде все идеально. Может быть, я сдвинул ящик, случайно задев его рукой, или я сдвинул, когда притягивал куб. Так, здесь мы побыстрее набираемся. Да, вот все, теперь все прекрасно. Главное не упасть. Готово. Может быть, я быстрее, конечно, бы это сделал, если бы сразу спустился. И чуть-чуть сместил. Все-таки нижний куб. Но и так нормально. Времени не было много потрачено, и меня сдавило этим лифтом. Похоже, это конец. Так что на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.